Алло, алло. Да. Да, у меня теперь есть деньги, причем неплохие, да. Букмекерская контора. Мелбет. Правильный привет. Молодец, мой пламенный привет вам, ребят. Счастья, здоровья, чтобы у вас бабок много было, как у меня, вот нехуистное количество. Сейчас пойду, блядь, в сауну, наверное, к тёлочкам. Вот. Ну и, конечно, мое финальное движение. Толстый, прыгай отсюда, банг-банг-банг. Йоу, привет всем, блядь, это шапка, конечно, блядь, клуб откроешь, блядь, это страшно становится. Вот скажите мне, товарищи. Эфир веселый получился, Стилавин очень прикольный чувак, я его никогда с ним не знаком был, вот познакомился. Ты чё, блядь, меня не поворачивай. Повернули. Бля, сейчас пойдет с той стороны, меня остановит, я тебе отвечаю. Вот так вот, короче, мы избегаем встреч с правоохранительными органами. Потому что они мне трахают голову, блядь, сильно очень. Почему-то я не думаю, что я вечно в говно. Это мне тоже иногда кажется, что я вечно в говно. Мне кажется, я родился, блядь, в говнище. Меня накурил, блядь, короче, этот акушер или акушерка, кто там они, как они там называются. Вот, я вечно в говнице. Бля, я сейчас модный стану, надо же. Пока модный стану. Не, вот верни, что-то меня отвернуло. Появление. Давай, модные шторы, блядь. Тут ебусь. Модно. Мы через центр едем или по трешке? Мы через центр. Давай. Йоу, у меня стан модный. На чуть-чуть. Уссурийску привет. Котел со спайсом. Бля, я пробовал спайс раз в своей жизни. А когда топ появился. Вот. Это было ужасно, товарищ. Это не Лана, блин, топ. Это Марина. Марина, это наш креативный менеджер. Как это, блядь? Новый должность. Еще одну должность. Премьер-министр. Знакомьтесь. Премьер-министр сам. Да. Блять, вы заебались эти версии. Привет тебе. Адами Камалов 89. Тамбов, привет. Здравствуйте, здравствуйте, товарищ. Туру-ту-туру. Чечня на связи. Салам. Салам, братья. Да что почаще на радио, блин? Да я так, блин, постоянно кому-то интервью даю. Надо бы как-то научиться отказываться. Я уже номер поменял. Они меня все равно находят. Так, короче. Ну и что, как денек-то вам, товарищи? Товарищи! Товарищи. Тебе, говорит, Басот писал текст. Конечно, Басот писал текст. Ну, а вы что думали, бля, я сам что не писал? Конечно, Басот. Это сарказм, блин. Басот, по-моему, шок еще нет. А? Шок еще нет. А, шок и Димас-то, конечно, мне писали текст. Ланка дома. Спасибо. Привет, Владивосток. Тут пиздатый был.
Кстати, торт кто-то увез, видел фотографию, чувак в метро едет над Бродвеем, видела? Да? Кто-то его подрезал. Доезжайте вы, пожалуйста, товарищи, ну что вы еле едете? Все, правоохранительные органы слева. Полиция. По левому краю. Полиция. Это такой двигатель быстро разгоняется. А, что там? Очки заебатые, да? Рюмка водки на столе! Блять, меня окружает. Бля, мне кажется, мне генератор топить в машине. Сука. Да, конечно, не было факта никакого вообще. Признание, то, что он сам сказал, да, это правда, это не факт. Вы уебаны. Кстати, коллекция уже на Бронинском ювелире, можете залезть посмотреть, там уже открылась, там есть разные ценовые категории, разные будут ценовые категории, разные, короче, все это. Посмотрите, бля, я только проснулся недавно, я еще плохо соображаю. Клупай, привет. А мне кажется, уебан тот, кто пишет посторонним людям всякую гадость. У Лёши спросите, где корона, она у него. Вова, привет, все нормально, ты как? Бля, вы хотя бы себе нормальный аккаунт из... Ой, блядь. Надо туда валку купить. Лена, 72-92, блядь. А чё не 150-25-15, блядь? Иди нахуй, овца ебаная. Да, ну как на радио, как на радио. Обручал купил? Ну, поздравляю тебя с тем, что у тебя есть жена. Сторону, хорошую не могло. Бар-то открыться откроет в Цаулов, не бар, а паб, но это будет очень такое местечко, туда так хуй попадешь просто с улицы. Извините, но там немного места, поэтому так. 457, что это такое? Что это, ты мне хочешь, блядь, это столько я денег должен уже? 457 тысяч. Кому? Да Кука пишет 457. Ну, потому что мне кажется, что тот папа лучше, чем этот папа. Да мне похуй, кто. Ты вообще ничего не собираешься. Иди там не пизди, блядь. Брайт объявился. Что ты съел? Ты ничего не ел, спасибо. Ты Алеша мне пиздец. Нет, я Давид. Кто нас там нахуй шлет, не похуй вообще. Знаете, как отношились? Ну как, я к нему отношения никакого не имею. Блядь, заебал. Я нихуя не вижу. Надо помыть, блядь, окна. Значит, мовал курю. Тем временем в Москве минус 5. Я тут такой с телефоном сижу. Омск, привет большой. А я не знаю, наверное, оно уже там есть. Да нахуй мне в Хаване искать еще его. Блять, мне заебал, мне что-то с генератором в машине. Мне вчера вообще заглохло, ну нахуй у дома, блядь.
конечно, был охуен. Не ожидал, что я это расскажу. Он вообще думал, что о другом будет говорить. Самара, привет. 02:49. На связи. 3:15, 9:20, мы любим 4:20. Да ни с кем бы я бы еще не побатился, я хуй знаю, с кем. С тобой. Шучу. Давай радио включим. Пока не там. Я слушаю джаз, да. Я люблю джаз, я слушаю музыку джаз, я слушаю фанк. Всякую дичь, блядь. Но мы готовим сейчас тур под новый альбом. Вот. Я бы приезжал в города, честно, звонят люди, но что приезжать-то, блядь, с чем? Со старьем, блядь, со старьем не хочется приезжать. А меня заебало это старье. Ну как бы будут старые треки, конечно, но я увеличу программу. Возьму все старые хиты, плюс добавлю новые треки и будет. Приеду. И приеду к вам. С последнего альбома МПМ. Я не помню, как так называется. Куда бабки потратил, блядь? Вот этот вопрос мне тоже задается. Задаюсь я иногда. Куда я дел, блядь, все эти бабки, ебаные сердце? Бодрый, ну бодрому уже полтора года почти, да? Ну да, почти полтора года, конечно. Приеду в Омск. У меня съемки клипа, блядь, сегодня. А это значит что? А это значит прыщ на носу. Стабильная история, которая, блядь, продолжаешь уже лет 5, я не знаю почему. С меня все угорает. У меня перед батлом тоже был прыщ на носу. Просто его там не видно, блядь, не знаю почему. Он только начал появляться и все ржали, говорили, завтра будет прыщ, я просыпаюсь, все ржут, говорят, у тебя нос красный. У Тани дома это было. Ну, ты знаешь, стратегия «пожалейте меня, несчастного» – это тоже стратегия. Какая-никакая. Заебись, когда ты давишь на жалость. Ну, видите, я проиграл. Значит, я, короче, блядь. Значит, я проиграл. Вареников, блядь, Варежников. Слышь, Вареник, где нахуй? У меня нет машины, это машина Ланы. Я свою впарил, блядь. Барнаулу привет. Может, и пойду. Да нет, я был прав. Я был прав, поверьте мне. Посмотрите, кстати, у Мекса 2XR R&D вышла третья часть, как было все на самом деле. Там есть прикольные моменты, вам понравится. Я еще сам не смотрел, но пацаны сказали, блядь, что стоит посмотреть. Вопросы пропадают. Таня, я не знаю, как там был анал, мне кажется, что его разъебали. Нормально он. Все нормально. Нормально, нереально, у нас все нормально. Бэй, Мишенька, вот Ангелин, бэй. Блин, на радио джаз. Ладно, сейчас какой-то. Какой-то ускульщиной барнул. Диск в шатле. Сейчас другой диск устанет.
А это у нас видео. Ты репостнул это видео, кстати, от Мекса? Но он есть в ВКонтакте, посмотрите на моей странице. И, кстати, в Инстаграме, в профиле, посмотрите, там ссылка на него. Ничего нету больше здесь никаких, да? Играй. Послушаем старья. Today's topic. Съемки клипа. Хуеть, блядь. Мне кажется, что... Я что-то не вижу, вообще-то вообще воды нет у нас. У меня кончилась самовалка. Сейчас мы застрянем, блядь. Вылезу из колонны. Я плохой мальчик вообще. Я рэпер из плохих, который матом ругается, гадости говорит. Я вот такой рэпер, ортодоксальный. Да, кстати, на соседи похоже. А? Ну да, похоже на соседей на Терри. Блять, ну охуевший просто, блять. Я иду по главной, этот уебан меня подрезает, блять, долбоеб. Тот момент, когда ты у мамы дурачок, вот на этой машине ей дурачок, блять. Привет, Пу. Я против армян имею? Я против армян как раз ничего не имею. Мексик армянин. Я против приезжих ничего не имею. Я приезжий сам. Это туда вопросы. Хова. Да он не хова, он хованское чмо. Он чувак идет рэп читает, мои. Пу, на улице хорошо, на самом деле. Просто у меня, блин, омывалка кончилась. Блядь. Ничего не буду рассказывать. Я все сказал на батле. Я имею в виду, а вы там спросите на той стороне. Хованский — это одно жирное чмо. Я так понимаю, Вася придержал, чтобы не, пока не выглядеть, типа обиделся вам, я дал голос кому-то. Планируем, планируется. Что планируется у нас? Да, альбомчик планируется. Да, в Минске будут концерты. Мне никто не гострайдил. Гострайдил, блядь. Жизнь еще пока не использовал ничьи строчки. Вот. Но я обязательно это когда-нибудь сделаю, но пока я сам могу писать.
творчество Кизару, но это новая школа, ну как бы неплохо. Я не могу сказать, что я прям фанат, но неплохо, неплохо. Жук, блядь. Брату брат, хороший контор, хорошая группа. Ну, музло хорошее. Ну, парни вроде ничего нормальное. В плане, что Вася приперся. Вот такие странные, блядь. Были было предложено много судей всяких разных. И мы утверждали, я и Леша утверждали судей. И уже потом, когда мы утвердили судей, ресторатор позвонил Васе и предложил. Леша знал, что Вася придет. Там не так, что типа мимо проходил и стал судьей батла, блядь. Это заранее было известно еще. Поет какой-то еще. Где-то глухи вас развели, как лохов, блядь. Будет альбом, будет. Гомелю привет. Косметика, косметика пишет. Блядь, иди нахуй. Со Смоки, ну как общаемся, если видимся, можем поболтать, поставить пару минут. Бля, да мы все взрослые, блин. Мы особо так-то никто не общается, прям чтобы там десна биться целыми днями. Бля, архив утерян, нас оставили студию, я потерял жесткий диск. Сори. Че, напишите мне, кто откуда? Кто в каком городе живет? Мне очень интересно. Финальный, ну да, финальные версии повырезали. Рыночные, говорит, отношения слышал. Конечно, слышал, да, очень прикалываетесь. Гарри Топор очень крутой чувак, очень добрый, позитивный. Вот, он, конечно, меня стебет, что я старый, я бухаю, я его стеру, что... а я его стебу, то, что он молодой и унылый, блин, потому что не бухает, но... Он очень позитивный чувак, и я очень рад, что я с ним познакомился. Что я познакомился после батла у нас в доме с Тони Раутом. Я был удивлен его увидеть. У меня сложилось очень позитивное впечатление. Он такой скромный был. На самом деле, что он... Думал, он такой вау-вау. Он очень скромный парень. Прикольный чувак. Короче, я часто удивляюсь рэперам. И очень рад, что... Надо, блин, видите, не дали мне никого... Ни из андеграунда, ни из АУ-74 не дали никого, короче, взять в судьи. Ни из московского андеграунда не дали никого в судьи взять. Ни Топора, ни Тони Раут, никого, короче, кто приглашает. Едем за брюликами в ремикс. Сейчас мы, короче, возьмем пакет и поедем обратно. Ты что, дурак, блядь? Ебучий случай, блядь. Сейчас тут нахуй разбились из этого дебила, блядь. Что там у нас? А, ну конечно, шапку, как у Гуфы, да. Да. Конечно, блядь. Да. Модные зеленые шапки, блядь, дебилы. Рончик, сейчас, короче, мы... Фе, привет большой. Театрона, привет. Ну, бери трубку, Тарон, что ты, блядь? Ой, ему тоже привет. Как мне, Химас? Блядь, Химас почти все мои по альбому сделал. Охуенно. А! Рональдини. Здорово. Рональдини. Слушай, ты мне объясни, а что все, блядь, пишут этот? То, что... Вот, если бы, блядь, Птаха так жестко его не обосрал, Гуф бы так не продолжил. Они что, дебилы, понять не могут, что вы не фристайлили, блядь? Они не понимают, что текста заранее были написаны, блядь. Ну, я и говорю, так, блядь, столько обсуждали. А? Столько обсуждали, говорят, столько времени вам давали, блядь, а тут такие дела. Да, мы обсудили, конечно, мы обсуждали. Ты мне с маяка привет передал? И Леша меня спрашивал, блядь, ты сильно меня будешь хуесосить? Я говорю, да. Он говорит, я тоже тебя буду сильно хуесосить. Я говорю, да. Мы договорились. В конце казалось, что, блядь, Леша сам себя хуесосит. Бедный, несчастный. Помогите, чем можете, блядь.
умираю, блядь. Упоролся на... Этот, слышал, что Айза мне рассказывал? Говорит, Айза, говорит, убрала бы вас обоих, нахуй. Айза может, да, Айза способная девочка такая, ну может убрать. Слим на минималках пишут. Этот, что хотел сказать? Ты мне с маяка привет передал? Нет, я не видел, что ты меня просил с маяка привет передать. Бля, я бабушку заставил слушать целый час, бля, твой бубнёж. Я гарантирую. Он не получил себе ночи славы. Марин, привет, как дела? Как ты там до сих пор терпишь? Да, да, все хорошо. Хорошо? Блин, ну все вообще мощное. Блин, уважуха и респект тебе. Рончик — это тот человек, который очень долго занимался релизами нашими, цаушными. В конце сказал, идите нахуй, меня заебали рыгеры, долбоёбы, блядь. Я так не говорил, на самом деле. Да, конечно, ты мне так целыми днями только и говорил. Блядь, меня это все заебало. Они заебали. Сейчас увидел, короче, эти сухарики, три семерки называются. Только я увидел эти три семерки, у меня сразу Витя в голове. А зиму три топора, блядь. Просто сходу запел, блядь. Думаю, сука, Витя, как ты мог такое выдать вообще? Так, ладно. Рончик, вернись. Я все прощу. Да не помиримся, мы не помиримся, не переживайте, все хорошо. Мы не простим друг друга никогда. Я буду плакать над этим ночами. Я буду плакать над этим ночами. Но ни вам, никому не скажу. Мы не простим друг друга никогда. По-моему, мы поворот проебали, мне кажется. Еду я за брюликами. За брюликами я еду, за брюликами. Сейчас заберу и пойду домой. Потом на съемочки поеду. У меня нет тачки, это Ланна тачка, блин. Ну, а сейчас скоро станет моей, а Ланне возьму другую. Какую-нибудь прикольную, поприкольнее, тоже старенькую. Вот, это на ней она ездить училась. Ну, я имею в виду, она ездить умела, но более как бы профессионально. Озеркаливает был правый руль. Блять, вот Наильчик, вот смотри, если ты сейчас меня видишь, видишь, люди тоже думают, что правый руль. А мы, помнишь, с тобой наезжали на человека и говорили, что он пиздит, что кто-то там другой за рулем. Бишкеку салам. Да, я знаю, здесь поворачиваем мы. Блин, да почему здесь, блядь? Блядь, какая-то хуйня опять на дороге, нам брызгали, пидорас. Педики ссанные. Веники драные. Да пусть базарят эти интернет-демоны. Ты что, блядь, у них работа такая, базарит. Мамочки в декрете, ты не видишь, что ли, блядь? Понятно уже стало. Ну, что-то подписчики у меня нигде не все больше и больше их становится, а как бы, блядь, директ завален похвалой, блин. Ну, звонят рэперы русские, говорят, хвалят меня, говорят, что ты красавчик, разъебал, но публично нельзя это говорить, дабы не нарываться вот на эту всю ебань. Никому не хочется этого дерьма. Как бы, поэтому мне настолько похуй, вот честно, на эти 3-0. Ну, проиграл я там по судьям, ну проиграл, ну что теперь пойдет, пойти же повеситься или что. Там каждый для себя свои выводы делает. Но судьи и судьи, что объективные. Это как у их личное мнение. Губки вон. Губки. А, губки, блядь. Сука, губки мне дали. Думаю, что за губки. Вот здесь, короче, был клуб. Здесь, короче, был клуб «Тень». Раньше. Они что-то не показывают, ничего. Да с каким, блядь, ёбаный экипастоз. А что не работает ничего? Вы меня видите, товарищ?
Нету, да, меня там? Слушай, у меня показывается, что есть. Ну, что-то есть, я есть. Почему я себя не вижу? Ну, пиздец, приплыли, блядь. О, а я себя не вижу. Ну ладно, будем читать, не видя себя. Да нормально все, нормально. Нормально, нереально. У нас все нормально. Я сразу этих негров вспоминаю, танцующих, блядь. Причину распада центра озвучить не можно. Не можно озвучить причину распада центра, потому что когда-то мы... Очко сжималось, ебать, у тебя там очко сжимается, да? А ты сучка. Я сегодня начал подозревать, что наркоман Рон пишет. Рон, ты не наркоман, ты алкаш. Ты как Хованский, ебаный свет. Под чем я был на батле? Я был под синькой, блядь. Я был с Бодуна, во-первых. Мы, короче, приехали в Питер. Я нахуярился в говнище, блядь. Пошел лег спать. Проснулся, блядь. Понял, что я в говнище, блядь. Приехал на этот батл, блядь, в ахуе просто от того, что, блин, я в говнище. И мне плохо, у меня Бодунчик. Мне сразу налили... О, мой появился. Мне сразу дали, короче, сотку конины. Вот, соточку конины мне сразу налили, я ее въебал. Потом еще соточку мне налили, я ее тоже въебал. Вот. Да не оправдываюсь, нахуй мне перед вами оправдываться, у меня никто есть-то, блядь. И сравни меня с этой перетюшней, он наполовину не достиг. Он не достиг ничего. Ей. Ну, вам нравится, Леша, ну, я понимаю, что вам же, блядь, нравится жалеть кого-то. Я рэпер старой закалки. Я считаю, что рэпер должен быть рэпером, блядь. Я не вечно ныть, блядь, о том, что все плохо, блядь, бедный, я несчастный, помогите, спасите. Ну, это чисто ваше дело, это дело субъективное, как бы. Кому что нравится, поэтому я не буду даже там это, в полемику вступать и говорить о чем-то. Я лично считаю, что батл, блядь, должен, блядь, батлом. Они, блядь, самоистязанием, блядь, бедные несчастные, пожалейте меня. Упарываться, блядь, нахуй сердце, и, блядь, с сердцем все в порядке. Блядь, ты опозорился. Бля, у них, я тебе говорю, тезис на их у нет. Видишь, они одно и то же пишут. Ты опозорился. Сейчас еще кто-нибудь появится. Ты размотали. Слышь ты, патимейкер, я маму твою долбил во все щели, блядь, когда ты еще не родился. Ты, блядь, позор этого, как его, блядь, как он называется, сука. Ошибка в рваного презерватива, ебаный пидарас, блядь. О, полезай, смотри. Лезут. Скоро будет новая. Донбасс на связи. Я не знаю, где корона, если честно. Мы ее, передали туда. Куда она там делась в итоге, бля, я хуй его знаю. Люгенг 16. Ну... Люгенг, блядь, ты и есть Люгенг, блядь. Зашкварная, блядь, гражданин зашкварного царства с зашкварным королем. Вот поймать бы парочку из вас, блядь, разбить бы вам ебасосники, но вы же, сука, блядь, интернет-клавишные герои, блядь. Вот, вот это клавишный ваш, блядь, героизм. Сейчас закон, если примут, блядь, вот вы охуеете, блядь. Вас в рот будут ебать за любое матерное слово в интернете. Вот это будет круто. Все, без работы останетесь хоть пятый. Будете писать, ты негодяй. Раньше я был попсой, я помню. Меня называли ты попса. Потом мне говорили, что я сдулся. Потом мне говорили, что мне пизда, все, моего, что про меня забудут.
12 лет мне твердят одно и то же, и все равно нихуя не меняется. Вот, ну пора бы уже понять, что не работает со мной хейт. Я, блядь, зарабатываю на хейте бабки, ебаный свет. Нас бомбят. А, блядь, пост же начался, ё-моё. Пост начался. Забыл совсем. Конечно, я бездарен, поэтому у меня куча, блядь, всяких наград. Я абсолютная бездарность. А вы такие, блин, все одаренные, но никому не известные. Недооцененные вы наши таланты, блин. Так ты ее раздвинь, я зайду в нее, детка. Пиздец у меня, конечно, блин, ну, переносицы нет, у меня шрам больше, там, чем прыщ, красный. А вот, блядь, на этом на носу прыщ выскочил, конечно, в тему вообще, прям перед съемками. Хорошо, будем гримировать нас будем. Но загримируем нахуй. А чего у нас потеет окна, Марин? Ты бухала что вчера? Нет. Не пизди мне. Серьезно? Ты что, Олег? Кофе. Я не Олег, я пиздобол. Знаешь, это анекдот? Че, мы выходим за бриллиантами? Да, мы пошли за бриллиантами. Короче, сейчас мы вам придем, через 5 минут и покажем наши новые, короче, штучки у нас будут сейчас всякие. Через минут 20 возвращайтесь. Best люкс ботье, блядь. Иди нахуй, декретная овца, блядь.